Благотворительный фестиваль «Люблю, кормлю» 2023 прошел в Солигорске. Уже в 7-й раз самый нежный и самый добрый праздник собирает те, кто поддерживает грудное вскармливание. Организатором мероприятия традиционно выступает Рита Нужнова, руководитель школы материнства в Солигорске. На этот раз фестиваль прошел в поддержку 7-месячного солигорчанина Никиты Волчкова, которому нужна помощь. Малыш родился раньше срока, весом всего 650 граммов на 26-й неделе гестации. Далее этап выхаживания, кислородозависимость, остановка сердца, реанимация, больницы, операции, тяжелые диагнозы. Никита, вопреки всему, боролся и борется за право на жизнь. Впереди дорогостоящее обследование и консультации, поэтому организаторы Белого фестиваля приняли решение все собранные средства передать семье малыша. Символическим выходным билетом стал пряник на входе, купив который солигорские мамочки вносили вклад в благое дело. Благодаря неравнодушным солигорчанам для Никиты было собрано 5660 рублей. Пришли, потому что интересное мероприятие. Хотелось пообщаться в таком кругу среди мамочек. Ну, и главное, помочь малышу Никитке хотели, вот, какой-то вклад внести. Очень душевно, тепло, комфортно здесь находиться с малышами. Вот даже спит себе прекрасно. Не смущает его ни музыка, ничего. Очень интересно. В рамках уже полюбившегося солигорчанам фестиваля состоялся парад колясок. Самая яркая и зрелищная часть праздника. Участники принимали участие в активностях, лотереях, благотворительной фотосессии. Могли также приобрести изделия ручной работы на ярмарке солигорских ремесленников. Своими эмоциями участники фестиваля поделились с нашим корреспондентом. Ровно 9 месяцев у меня появилась внучка. Дочь моя старшая, это моя младшая дочь. Я мама двоих детей, двух девочек, Александра и Женечки. Вот Женечка всегда поддерживает связь и проходила на нескольких курсах вот организаторов этого мероприятия, начиная от беременности ведения, курсы по кормлению малыша грудному. И, в общем, очень такое полезное, хорошее дело. Мы вот восхищаемся людьми, кто это организовал. Очень все так приятно и здорово для детей, для мам. Мы приехали из Дзержинска, не поверите, сюда. Такой замечательный праздник, фестиваль, все мы его знаем, уже не первый год он проводится. Здесь очень здорово, очень интересно. Маленьким, конечно, может быть не так, но старшим точно интересно. Ну и плюс, конечно, организаторы молодцы, программа замечательная, столько всего разнообразия. Наши местные мастера удивляют нас постоянно, не только в сети Инстаграм, но вот здесь мы увидели, как у нас все представлено красиво. Вот, поэтому мы здесь, погода хорошая, веселимся, пришли с детьми. Были в том году с Ритой знакомы с самого зачатия ребенка, так сказать. Вот. И вот в том году были, в этом году любим, кормим грудью, до 2 лет кормили, поэтому посещаем конкурсы мы за грудное вскармливание и желаем всем, чтобы за естественное были все-таки кормления деток. Рита большая молодец. Потому что вот в этом году маленький Никитка, ему очень нужна помощь, очень нужна поддержка его родителям в первую очередь. Поэтому мы за такие фестивали, это классно. Мы же хотим, чтобы таких было побольше благотворительных именно вот фестивалей.